Во вторник начался сентябрь, дождь лил всю ночь, все птицы улетели прочь, лишь я так одинок и храбр, что даже не смотрел им вслед. С днем знаний, дорогие друзья, всех приветствую на моем канале. Сегодня хотел с вами поделиться недавними покупками с разных сайтов, европейских, да, и давайте посмотрим, что у нас тут. Заказал супруге вот такие вот 997 New Balance. Она уже потестировала, походила, и ей, конечно, не понравились они. Говорит, что вот эта часть передняя довольно как-то близко к земле, и типа у нее ощущение, что типа нога как заваливается вперед. Она больше по соконе. Вот. Ну, я теперь, честно говоря, тоже. Я тут последнюю неделю хожу в моих беговых. Эшелон модели я ее показывал в одном из предыдущих осмотров. И они, конечно же, все-таки работают. Но, опять же, не для прохладной погоды, потому что они очень сильно продуваются. Вот. Но пока сейчас еще температура держится. Градусов 15, 17, 18. Вполне себе. Сегодня даже вот бежал до автобуса. Пробежался в них и довольно комфортно. Вот. Ну, 997 H, они довольно всем известны. Честно говоря, я ожидал, что пена будет немножко помягче. Вот, как-то она тут по дубове. Вот эта соконевская Эверан, мне кажется, гораздо покомфортабельнее. Вот. Такие вот типа стразики. Что-то вроде поддержки стопы, я так думаю. Вот, а вот точно такая же модель, только детская. Ну, как сказать, точно такая же, немножко отличается. Тут вот вставочки. Пена, собственно, такая же, да. Это я уже дочери взял. Вот, но дочь будет тоже ходить в других кроссовках от моего самого любимого бренда Socony. Их я заказал с немецкого сайта Bergfreunde, как-то так, по промоушену довольно неплохому. Вот. Это всем известные Jazzy Original, только детская модель. Из отличительных черт это вот их такая своеобразная тракторная подошва, только она как будто бы более резиновая, я не знаю, если так можно выразиться, чем взрослая модель. Ну, на липучках, соответственно. Язычок такой поплотнее, чем на взрослой модели, как мне показалось. Они такие более кроссовочного такого, не знаю, если так можно выразиться, формата. Дочь ходит в них уже несколько дней и говорит, очень круто, очень удобно бегать, прыгать, ходить, все отлично дышит. И подошва, он говорит, поначалу было такое своеобразное ощущение, когда только она их надела, что как, ну, как трактор такой. Тр-тр-тр-тр. Ну, это быстро уходит. У меня тоже было со взрослыми моделями. Вот, в принципе, все так, все то же самое. Большому счету, как и во взрослой модели. Вот, в следующий раз я попробую заказать напрямую с официального сайта. Доставки сюда, конечно, у них нет, но тут есть типа аналоги а-ля бандерольки. Можно было и самой бандеролькой, но в Россию выгоднее бандеролькой заказывать, чем сюда. Сюда из с Америки или из Британии бандеролька везет там вообще за сколько там, за 70 евро, что ли. Ой, вру, какой Британии? США, конечно же, да. Вот. А взрослую модель я сам ношу постоянно, но не сейчас, сейчас я в беговых, как я уже говорил, а вот так выглядит взрослая модель. Ну, это вообще для меня это идеальные кроссы. Вот, ну, отлично для меня. Они легкие, отлично дышат. Для тех, у кого вот есть проблемы, так скажем, с гипертермией ног, меня поймут.
В них мне максимально комфортно, максимально легко, удобно и т.д. Вот. Подошва здесь, конечно, грязновато. Немножко отличается, она более, как бы, может быть, не подошва, а вот этот вот протектор, так скажем. Какой-то он более деревянный, что ли, чем вот от детской модели. И, конечно, вот, немножко у меня протирается вот с левой стороны. Это получается у нас гипопронация. Вот. Это немножко удручает. У меня есть еще похожая модель, только такого золотого цвета, и они немножко другие. Ну, вот как, не знаю, как выразиться. Все с виду то же самое. Здесь нейлон, сетка, шнурки. Все то же самое. Но они именно как по ощущениям, как более тряпичные, так скажем. Эти более как картонные, если так можно выразиться. Не в плане, что они какие-то более дешевые, так скажем, да, по ощущениям и т.д. Но просто такое ощущение, что когда их одеваешь, какой-то как в каркас такой здесь. Вот. Но эти у меня самые-самые любимые. Вот. И еще недавно заказал с eBay сокони кожаные. Вот в такой они коробке. Это Freedom Runner модель. Так как тут довольно дожди, довольно часто дожди льют, решил взять на замену своим пумам. У меня пума есть, не помню, как модель называется, Astro Blast или как-то так. Вот. Их я еще, конечно, не тестировал в плане вот ходьбы. Но ощущения по сравнению, вот, например, с той же пумой, не буду сейчас их доставать, отличаются в плане, не знаю, может быть, это, конечно, настоящая кожа, как и уверяет производитель, но что сразу бросается в глаза, что они мягче, то есть вот эта вот кожа или, не знаю, или дерматин такой, что он довольно мягче, чем, не довольно, а гораздо мягче, чем вот чисто дерматиновые вот пумы. Вот. Подошва. Да, подошва как на беговых Триумф от Сокони, мягкая, вот это я вот очень хотел, потому что, ну, дубовость мне, ну, не особо, как бы, нравится, когда вот они, как бы, стучат, как на каблучках ходишь, вот. Да, я знал, что тут будут дырки и так далее, но я все-таки надеюсь, что дождь сюда не промочится, конечно же. Так, не знаю, попробуем. Конечно, может быть, примерить их. По мне, так, любые кроссы теперь круче, чем Кархо. Не знаю, не зашли мне. Опа. Да, идеально сели в ногу. Даже вот, получается, одной рукой одел палец тут, 45 EU. Заказал тут еще три пары с российского сайта Кант. Опа, это у нас что? С российского сайта Кант заказал кроссовки. Тоже Сокони, Cohesion 20-го года, модель для себя, для жены, для ребенка. Там, конечно, мне пришлось покопаться с размерной сеткой, потому что, как я понял, российский размер все-таки не равно европейский размер. Получается, российский 44 равен европейскому 45. Ну, я надеюсь, либо у них там баг какой-то на сайте. Ну вот, поэтому мы посмотрим, как придут. Сейчас у Почты России акция идет для тех, кто отправлял там в период вот изоляции посылки стоимостью больше 1000 рублей. Они дают промокод на 3000 рублей на ЕМС доставку за рубеж. Ей нужно воспользоваться до 17 октября, что, собственно, я и сделал. Вот.
Сейчас посылка моему знакомому придет в Питер, и он мне перешлет ее. Запишем новое видео. Спасибо за просмотр. Всем хорошего сентября.